Но сказать, что Ольга Кузьмина сыграла Чебурашку, значит соврать. На самом деле Чебурашку сыграла девушка-карлик по имени Елизавета, которую заставили ползать на коленке в странном костюме, держа человека-крокодила за руку. Если бы в этот момент времени я прошел мимо съемочной площадки, я бы предпочел пройти мимо и записаться к психотерапевту.